сожалению, дорогие друзья, днем, конечно, я очень занят. Парк Тайган очень большое и очень хлопотное хозяйство. Я прошу извинить меня всех за то, что я, может быть, не очень всегда бываю тактичен днем на аллеях. Ну, представьте, в парке гуляют сотни, иногда тысячи туристов. Многие видели видео. И когда тебя хватают там на центральной аллее, либо вытаскивают из урны и говорят: «Маша, смотри, мы его в YouTube смотрели там, вот давайте сфотографируемся, а у нас есть поговорить вопросы». Я прекрасно вас понимаю. Очень хочется задать напрямую какой-то вопрос, либо просто сфотографироваться. Но, к сожалению, сегодня популярность парков и меня как создателя настолько велика, что невозможно просто днем заниматься никакой работой, вот, сосредоточиться на каком-то действии. На мне ведь очень много всяких функций, и уборка в парке, и руководство рабочими, и бригадами строительными, и, ну, абсолютно всем нужно очень много контролировать процессов. Как известно, у нас очень мало сотрудников, и очень многое делаю я сам. Вот, поэтому вы уж не сердитесь, если я не всегда, может быть, фотографируюсь, вот, не всегда останавливаюсь. Вот, ну, так получается, потому что хочется что-то успеть за день сделать. Вот, поэтому вот иногда вот еду куда-то, спешу, вот, вижу, что многие хотели бы пообщаться, вот, сфотографироваться и просят, но не всегда это получается. Вот. Ну и, может быть, не так много видео мы снимаем сейчас, потому что нет знаменитых поездок в саванну с гостями, когда я был обязан ехать и рассказывать, и было много видео. Вот. Но сегодня вот мы находим время, тем не менее, объезжать саванну вечером, вот, и смотреть, как живут наши львы. Тут опять мы видим любовные всякие треугольники, вот, много львов, вот, и, как всегда, они в брачных ухаживаниях. Этот лев может еще и броситься на нас. Привет, привет, аушки, как дела? Че ты загораживаешь ее? Покажи ее нам, посмотрите. Как он ее обхаживает, боже. Как он предупреждает. Что не... Ой, вы видите, он сейчас еще пописит на нас, пометит. Вот так. Ой. Как страшно жить. Да. Хороший, красивый лев. Какая грива роскошная, посмотрите, у него. Львица такая, чуть-чуть замученная, но, по-моему, счастливая. Нельзя ближе приближаться, чем на 5 метров. Лев готов практически уже броситься к нам. Вот, поэтому пойдем более ласковым львам, которые лежат здесь. Посмотрите, какая картина на фоне цветов, заката. Вот. И здесь нам больше будут рады. Иди сюда, Дурбалат. Там нет ничего вкусного. Я ничего не привёл. Да, потому что нужно ходить на кормежку там, где кормят всех львов. Туда нужно ходить. Понимаешь? Да. Нужно ходить туда. Ой. Аушки. Нужно ходить туда, где кушают все львы, да? Да. И ты хорош. Твоя девушка, да? Ты вырос уже до девушек? Ну да. Тоже прячет девушку. Угу. Да? Все в любви. Да? Ай, ты можешь. Лапой такая, да. Аушки. Вставай, где тапок? Вставай. Вот тапок. Тапок вот. Да? Хорошая. Ты тоже хочешь кушать?
тоже приходи на кормежку в 10 утра. Вы ленивые коты. Не приходите на кормежку. Нас и здесь неплохо кормят. Смотрите, какой красивый белый лев. Вот. И как у него хорошо. Сзади цветет все. Хороший, ребята, хороший. Хороший, да? Ай, такой красивый. Ай, такой хороший. Хороший. Да, аушки. Аушки. Замечательно все. Ну вот, как видите, в саванне все тихо, спокойно. Жизнь идет своим чередом. Здесь и львы себя хорошо чувствуют, разбились на определенные группы, прайды. Вот, разбились по разным местам. Вот, разбрелись по саванне и бушующая саванна. Видите как? Думаю, что в августе она пожелтеет. Вот, но пока бушует всеми красками, которые только возможны. Пойдемте, покажу вам эти цветы. Пойдемте. Мы просто идем. О, смотрите, сколько для пчел работы здесь. И желтые, и белые, и синие, какие красивые цветы. Вот, все цветет, и вот так вся саванна разными красками цветет. Вот, поэтому дожди пошли на пользу. Это я поднял просто, не бойся. Алло, гараж, вставай. Красота. Любовь, любовь.